Всем салют, ребята, с вами Лайн, и сегодня я выполняю игровой челлендж. Да, именно его. В этом челлендже я должен буду поставить в GOTY-симуляторе на колеса велик. Но не просто, а толкнуть его. Ну, будет немного длинное видео. Если же я не смогу это сделать, то... Сейчас у меня появится тюбик. Ладно. То вот этот вот колгет... Не знаю, как его правильно, так или так, не знаю, как вам. Вот, этот колгейт, я вылью весь тюбик в рот. Если не поместится, я пойду выплюну и опять. То есть я должен весь тюбик себе в рот вылить. Но не есть, это опасно. В общем, давайте начнем. В общем, друзья, как обычно, мы будем видеть всякое основное. И мою руку тоже. Монтажа здесь меньше всего будет, блин. Что-то вам не видно. В общем, друзья, все самое основное мы видим. Вам вроде видно, но я побежал. Так, для начала... Друзья, а пока я снимаю, я хочу вам рассказать про такой канал. Нет, я не пропиариваю. Просто это мой друг. Да, Влад и... Что я сказал? Да, не знаю. В общем, есть такой канал «Злая тыковка». На нем вы увидите видео вместе со мной. Кстати, там видео вместе со мной. Там я присутствую, Влад сам, основатель канала. И канал называется «Злая тыковка». В общем, мы с ним друзья, одноклассники. Вот, и поэтому обязательно подпишитесь на него. У него больше подписчиков, чем у меня, наверное, уже 7. Но у меня пока что 5. Кстати, спасибо за 5 подписчиков. А у него 6 или уже 7, я не знаю. Вот, но все равно я ему идеи подаю, ну и все такое. Мы с ним вместе снимаем. Скоро я к нему приду в гости. Он приходит, но он редко будет приходить сюда, хотя он вообще не будет приходить сюда. Поэтому, друзья, там вы увидите шепот ютубера челлендж. Вот так вот, да, тихо. В общем, давайте начнем кидать наш велосипед. Первая попытка. Кстати, у меня будет 3 попытки. Ой. Ну да, 3. Так, давайте начнем. Бах! Вот так вот он должен провертеться и встать на колеса. Провертеться и встать на колеса. Он там, вот он. И что, он падает, и он встает. Нет, он не встал. Кстати, мы этого не видели, так что это первая попытка просто так использована. Друзья, я вам говорю, он не встал. Стоп, где он сейчас делся? Опять ты куда-то смылся. О, уже запах пасты пошел. А, нет, вот он. Потом. Так, вторая попытка. Ба! Так, стоп. У нас проблемы с велосипедом. С велосипедом у нас проблемы. Если вы скажете, да вот, ты просто знал, что его нельзя выпустить. Друзья, вот правда, он не встал. Я сколько знаю эту игру, он не мог встать. Может, его возможно выполнить, может, нет, но он именно так и... Встал как сейчас. Так, все, ты меня задрал. Бах! Так, стоп. Стоп. Бах! Слушайте, он задрал. У меня за кадром такая же фигня была. Чуть-чуть потренировался, а он задрал. Я совсем чуть-чуть потренировался, а он задрал. Давай уже! Висишь. Так, ну... Нет, он не встал, но это не считалось, потому что он на комбайн должен удариться. Да давай! В общем, друзья, я нашел себе нового двухколесного друга, а тут пусть летит, как и летел. Так, друзья, ну давайте продолжим со второй попытки. Это вторая. Ба! Так, стоп. Давай, бах! Знаете, я не удивлен. Ой-ой-ой, стой. Уехал сам по себе, обнаглел.
А, вот еще как можно. Вот же еще как можно. Слушайте. Я что-то протупил. Ой, и что-то камера тупит. Так, так. Иду хуть. Все, я улетел, и велосипед. Так, где он? Где он? Где он? А, вон он, вон он. Да не важно, кто я, главное, чтоб он. Че? Не важно, кто я, главное, чтоб он. Ой, ну я лучше просто человек. Ну. На колеса? Нет, не на колеса. Нет. Так, где мы вели? Не на холеса. Третья попытка. Друзья, у вас слюньки, наверное, текут. Увидеть, как я зубную пасту засовываю. Засовываю. Засов. 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 Друзья, и помните, ну вот, не помните, а я сейчас рассказывал про злую тыковку, про Владика. О, мой фаербол этот. Вот. И дело в том, что мы с ним монтируем тоже на одну программу. То есть мы настолько близкие друзья, что монтируем на одну программу. Ой, друзья. Просто камеру в порядок приводила, и опять же она упала, как обычно. Так, ну что, едем, едем. Давай, давай, хуй, давай, хуй, хуй. Ну, хуй. Ну, елки-палки. Ну, не начинай, а. Ну, хуй. Кстати, похудел мой козел. Бах! Ну, что, оно встанет? Или нет? Друзья, правда, первая попытка там не встала. И оно не встало. Правильно. Теперь смотрим, как я буду мучиться. И козел даже упал в обморок. В общем, друзья, вот она паста. Вот емкость, если мне неплохо станет, а если не поместится в рот. И вот салфетки, чтобы ротик подтирать. Давайте начнем. Делаю только это ради вас. О, ага. Она платила. Очень платила. Мне тоже. Не помешается. Фу. Там у меня, кстати, деда два. Посмотри. Заткнул зубы. Зато зубы будут белые, ой-ой-ой. Даже отбеливать не надо будет. Последний раз давайте. Три попытки, три раза.
Блин, в общем, друзья, надеюсь, вам понравилось такое видео. Мне оно не очень, потому что вот эту вот кучу я сейчас пойду выкидывать и стол протирать. Надеюсь, как я говорю, вам понравилось. Если так, то обязательно жмите лайк, subscribe на канал. Всем чао!